Считаю неправильным просто мучить зал после более чем полутора часов дискуссии всякими занудными длинными выступлениями. Это просто было бы с моей стороны неправильно. Тем более, что в мире так много интересного происходит. В некоторых странах так политики сейчас зажигают, как у нас говорят, не по-детски, что называется. Это трудно, конечно, на английский перевести, но тем не менее мучить в этих условиях длинными выступлениями считаю неправильно.